на канале «Россия-1» состоится повторный показ 4-серийной мелодрамы «Опавшие листья», выход которой ожидается 12 ноября. В центре сюжета сериала простая девушка Оксана. Когда она была маленькой, ее бросила мама, и девочка оказалась в детском доме. У нее не было друзей, единственный, с кем она смогла сойтись, это Петр. Такой же брошенный ребенок из детдома. С этого момента их дружба постепенно укреплялась, и все это время он как мог защищал Оксану. Сейчас они взрослые, и Петя уверен, что вместе с Оксаной они будут всегда. Но девушка настроена иначе, она считает парня лишь просто хорошим другом. А затем и вовсе влюбляется в Александра, парня из полноценной семьи. Он ухаживает за ней, дарит подарки, а девушка верит, что Саша – это любовь на всю жизнь. Но, к сожалению, для Оксаны эта любовь и влечение Саши оказывается не более чем мимолетным увлечением, но Оксана это понимает слишком поздно. Главные роли в сериале исполнят Ксения Кузнецова, Анастасия Фокс, Дмитрий Егоров, Денис Нурулин и другие. Повтор 4-серийной мелодрамы «Опавшие листья» состоится 12 ноября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.